Вы можете видеть, что сейчас плата вместо золотой стала серой. Это как раз и есть та паяльная паста, которую мы наносили на предыдущей машине. Посидеть в кабине вертолета, погулять по производственным цехам и познакомиться с внутренней кухней предприятия. Все это возможно благодаря реализации проекта «Билет в будущее». Программа позволяет школьникам узнать больше о различных профессиях и понять, что ближе к сердцу. В этом году регион заключает соглашение сразу с несколькими предприятиями. Одно из них – Ульяновское конструкторское бюро приборостроения. Мы хотим привить школьникам любовь к инженерным специальностям. На примере нашего предприятия показываем, как развивается авиационная отрасль, как развивается предприятие оборонно-промышленного комплекса, что мы уже давно современное производство, высокотехнологичное производство и развитию детей интерес к инженерным специальностям. На экскурсии по бюро школьники узнают многое от общей информации, чем занимается предприятие, до мельчайших тонкостей, которые рассказывают сотрудники. Изучение производства проходит в интерактивном и безопасном формате. Подростки с интересом наблюдают за процессами, которые скрыты от глаз общественности. Удивительно, что у нас такие большие производственные размахи на территории Ульяновской области. Вот. И, конечно же, это очень полезно для ребят, потому что как раз-таки сейчас время, когда нам пора определяться с нашей будущей профессией, и поэтому такие мероприятия во многом способствуют дальнейшему пониманию нашего жизненного пути. В проекте уже активно участвуют медицинские и образовательные учреждения области, предприятия легкой промышленности и оборонно-промышленного комплекса. У нас реализуется новый проект, который намного шире, чем «Билет в будущее», который называется «Профминимум». И фактически это огромный проект, который включает в себя как образовательный комплекс, так и воспитательную работу, работа с родителями. Вот в частности, по четвергам теперь для учеников 6-11 классов будет специальный урок, который будет знакомить их с миром профессий в Российской Федерации. «Россия – мой мир». Федеральный проект ранней профориентации «Билет в будущее» входит в нацпроект образования и реализуется уже 3 года. Ежегодно спектр предприятий расширяется, экскурсии становятся интересней, а дети выбирают профессии более тщательно. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.